Так, наверное, эта штука очень дорого стоит, кстати, аптечка. Давайте теперь в горизонтали все тело снимать. Опа! Та-та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Сидеть! Сидеть! Прежде всего, огромное спасибо Борису, капитану дальнего плавания, который организовал лосятину. Это крайнее видео. Третья порция лосятины. Сам ничего не съел. Не готовить некогда. И неинтересно. А что мне интересно, так вот это вот животное. Смотрите, какой красавчик. Я не знаю, сколько здесь по граммовке. Возможно, Борис скажет в комментариях. На меня рычать не надо, а то я дам тебе в рожу. Это ты знаешь. Так вот кушает кот пумы. Мы в горизонтали с вами смотрим. Борис посоветовал ремонтника. Я надеюсь разобраться. Вот видите, какой трындец сделал Геркулес. Не начинай, не надо. Эту бодягу я это очень не люблю.
Пишите в комментариях, если хотите посмотреть, как происходит режим после прогулочной пумы Геркулеса. Сейчас могу сказать то, что я пуму Геркулеса выпускаю из коридора, когда он себя вылежит и когда он поест. В противном случае он еду может принести в кровать. Как вы понимаете, это не очень хорошо. Ваши лайки, ваши комментарии, ваши пожелания о том, какие вы хотите увидеть ролики с пумой Геркулеса. Может быть, вы хотите увидеть лайв эфира, поставив камеру на треногу, как мы с пумой Геркулесом ложимся спать и спим. Любая ваша реакция очень мотивирует производить контент. Когда вы молчите, контент не очень хочется производить, происходит депрессия. Шипуну Геркулеса интересно смотреть только паре человек. Лайкать 20 человеку. Все, лосятина закончилась. Две порции лосятины я отснял в формате коротких минутных видео и Борису отправлю. Опять же, пишите в комментариях, с какой музыкой, какие части поедания лося вы хотите увидеть. Почку, сердце. Какие-то части мяса, вроде тех, что сейчас ест Геркулес. Я охотно их вам продемонстрирую. С какой музыкой вы хотите их посмотреть? То же самое. Мы не просим денег, мы просим ваши подсказки, вашего участия в том, чем лучше наполнять канал. И желательно более предметно, а не просто как живет кот. Как живет кот у нас в принципе есть. Кот с бухим папой, кот там, кот сям, кот с уборщицей. Ну, нету кота с бывшей девушкой нашей нынешней. Ну, нету бзики разные. Так, главное, чтобы я не попал в кадр, потому что я как водится в чем мать родила. Геркулес. Гера. Не. Ну иди пить. Иди. Иди пить. Пить иди. 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 Вот эту хрень ты будешь доедать? Геркулес, иди сюда. Иди сюда, Гера. Гера. Тебе не нравится эта хрень? Спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, которые поставили этому видео. Всем пока-пока.